15-й раз в Воронеже собираются авторы и исполнители духовных песен на фестиваль «Ковчег». Он посвящен святителю Митрофану Воронежскому, небесному покровителю митрополии. Главное событие фестиваля – заключительный гала-концерт в Большом зале Дворца творчества детей и молодежи. Звучат лучшие музыкальные номера и авторские выступления участников, а также происходит награждение победителей. Чтобы благословить артистов на торжественное мероприятие, прибыл митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Благодаря Ковчегу организовался целый ряд подобных родов фестивалей, которые живут в городах России и которые чувствуют себя уже самостоятельно. Я хотел бы, чтобы мы бы чаще встречались, чтобы проводили вот такие концерты, которые обогащают нас, обогащают друг друга. И это проповедь любви, которая идет со сцены, и особенно, когда мы видим ребятишек, которые с искренностью и верующими сердцами и славит Родину, славит Бога, славит человека и призывает всех к миру, создательной жизни и счастья на земле. Со словами благодарности за труды правящий архиерей обратился к Сергею Николаевичу Гребенникову, поэту, композитору, певцу, художественному руководителю и председателю жюри фестиваля «Ковчег». В течение 15 лет Сергей Николаевич активно участвует в организации и проведении этого фестиваля. А гран-при мероприятия архипастырь вручил ансамблю «Жемчужинка» из города Липецка.